Здравствуйте, меня зовут Ирина Соловьева, я психолог, специалист по психотерапии. У меня есть несколько книг по психологии, потому что это важный канал передачи знаний для меня. На семинаре, на лекции может побывать ограниченное количество участников в силу и размеров аудитории, и ресурсов тренера, а к книгам возможен свободный доступ потенциально неограниченного количества интересующихся. На данный момент у меня 6 книг, но не все они по психологии. Среди моих книг есть один сборник стихов. Он называется «Кошка, которой не по себе». И эта книга для меня занимает особое место в творчестве, потому что стихи – это нечто очень глубинное. Да, профессиональные поэты, они могут написать стихи на заказ, на любую тему, но так как я не поэтесса, то я не могу писать стихи, что называется, специально. Для меня стихи – это какие-то внутренние переживания, которые просто выливаются в слова, эти слова записываются, и в какой-то момент в своей жизни я поняла, что накопилось некоторое количество таких стихотворений, и можно издать сборник стихов. Обратите внимание на картинку, такая кошечка. Эту картинку сделала моя замечательная подруга Алиса Коваленко. Она не профессиональный художник, она психолог. Вот, рисование ее хобби, и у нее получилась вот такая вот работа. Вот. Так что это сборник «Совместное творчество» не профессиональной поэтессы, не профессиональной художницы. Если вам интересны мои стихи, если вы любите поэзию или если вы хотите как-то больше узнать про меня, про мой внутренний мир, мои переживания, вы можете найти этот сборник стихотворений, можно обратиться ко мне, написать по электронной почте. Также есть в социальных сетях, на Фейсбуке, ВКонтакте группы, и там называются одинаково «Психолог Ирина Александровна Соловьева». Так что, если есть интерес, пожалуйста, экземпляры книги, что называется, имеются в наличии.